Welcome to the Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди. Сегодня мы снова поиграем в игру под названием FNAFX Out of Order. В эту игру, я не знаю, играли мы, не играли раньше, но это довольно старая игра, мужик там что-то рассказывает. Что рассказывает? Если, говорит, будут вопросы, то задавай вопросы, а вообще лучше отправь мне это на смс-ку, чтобы я там мог это проигнорировать и удалить. 1983. Проверь Фредди перед тем, как начинаешь управлять. Слушай, ты мне можешь менюшку хотя бы покажешь, я даже начать не успел. Will be able to be used in the renovation process. For further instructions on running the share tape, refer to page 65 of the employee manual. We will begin by removing cosmetics of the characters, starting with Fredbear. First his hat, tie, and microphone. Я мода, понимаешь? Я есть мода. Ладно, короче, я вернулся наконец-то к себе, обратно, на хату. Так что мы сегодня с тобой играем во FNAFX. Это первое видео, которое я снимаю здесь. Потом будет небольшой перерыв, потому что у меня микрофон сломался, пока я ездил, колесил, туда-сюда, летал, ездил. Вот, поэтому да, если микрофон где-нибудь что-то подпортится, то, ну ты прости, я попытаюсь за этим следить. А сейчас мы с Фреддиком будем разбираться. Не знаю, что это за игра, увидал краем глаза. Вроде как неплохая. Нажми. Arms. Сними у них руки. Piece. Сними части тела. Next, Bonnie. Теперь. First, я раздел Фреддика. Теперь сними ему голову. Arms. Руки. And body piece. И тело. Now, you will begin to replace parts of the animatronics. Теперь заменяй части аниматроника. First, remove and replace Fredbear's mid upper endoskeleton with a structurally improved set that was provided by the manufacturers. Set the Freddy Fazbear body piece where the Fredbear body piece once was. Какие-то были раньше. Очень напоминаю FNAF VHS. Freddy's arms on the respective side. Я меняю аниматроников. Теперь поставь руки. Куда музыку ушла? Блин, это Place страшно. Freddy's head over the new endoskeleton. Вот это мне нравится. Это буквально FNAF VHS, только в реальности. Place his hat and bow tie. Теперь верни ему That's real great. Голову. Now, you will be replacing parts of Bonnie. Так, а что, меня пугает, что что-нибудь будет? Нет, вообще. Потому что меня сейчас пока ничего не пугает. Да, я понял. Хорошо, мужик, давай, мы сейчас все сделаем. Он так встал, значит, он стоял вот так вот. Опа. Теперь верните ему руки. Теперь верните ему голову. Окей, then. Now all Красавчик. That to do is to place the Теперь characters in their все, что вам location. Нужно сделать, это просто аниматроников поставить на свои территории, на которых они должны быть. Блин, какая странная игра, она... Ничего не происходит, но страшно. Ха! Блин, вот за это мне нравятся такие FNAFX-ы. Remember, а чё? О, дорогочек, а ты? Тебе менять не надо, да? If necessary. Installing Pirate's Cove will be covered in another Ты, короче говоря... Congratulations. Молодец. One of the rebranding process ты сделал первую вещь и перебрал аниматроников. Бляха, вот это хорошо. Я вроде бы ничего такого прям сильного не сделал, но было стрёмненько. Мне нравится атмосфера FNAF VHS. Так, а куда я еду? Я не знаю, играл ли я раньше в это FNAFX или нет, но если что... Здорово. Я иду обратно, и снова все начинается. Я пока прочувствую, поправлю красавчик. Здорово. Чё ты рассказываешь, я не понимаю. Система, the animatronics in there act as security. Аниматроники, so if общем, any wander into your office, hide underneath the desk, since they shouldn't be able to detect you at that point. However, there is a prototype endoskeleton character somewhere in the facility. Да блин, что у меня с прической? Выгляжу как какой-то попугай. It should be light sensitive, so make sure that you can direct a light at on scene. Alright, I'll go over the rest of the plans again once you've gotten far enough. Короче говоря, когда аниматроники на тебя нападают, там кричи, верещи, делай что хочешь, мне насрать, если умрешь, то умрешь, мне плевать. Спасибо, дружище, ты лучший просто. Выключи безопасность. Выключаем звук, выключаем видео. Так, я могу переключать камеры. Окей. Если видишь персонажа, который идет сюда, посвети на них светом. Ага. Ага, 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 ага. Ага, здорово. Здорово. А давай я выключу звук. А зачем мне выключать звук? Я выключил звук. Чё мне это дало? Здорово, а ты что такое? А зачем мне вообще что-то делать? Я не понял, я выключаю звук. Чего? Блин, мужик, а чё ты мне ничего не объяснил нормально?
Федор ушел, вот он. Так, давай, так, я понял. А надо мне вообще видео выключать? Здорово, он рядом со мной, по-моему. Нет, нормально. Он стоит там, что-то пырится куда-то в сторону, молодец. Что ты пыришься? Что ты туалетную бумагу никогда не видел, дятел? Ебаклак ты туалетный, так, подожди. Нормально, если кто-то сюда идет, то я буду в него светить. Так, стоп, кто-то ушел. Добрый вечер. Так, надо под стол, надо под стол. А как под стол прятаться? Пиздос. Присесть. Ха, дебила кусок. Опа-па-па-па. Понял. А кто это справа? Отвалился у меня все же микрофон. Ну вот, нормально, теперь должно быть. Я сходил, купил новый микрофон. Старый тоже подключил на всякий случай. Все, теперь мы должны жить, теперь мы должны чувствовать себя прекрасно. Я понял, что нам нужно делать по сути. Здорово, Федор. Здравствуй, как дела? Я, короче, понял, что нам примерно нужно делать. Нам примерно нужно выключать все. Мы с тобой воры, мы с тобой преступники. Я только это догнал. Довольно странно, что я так долго это понимал, но, в принципе, я понял. Я влетел сюда, чтобы разобраться с аниматрониками, чтобы, видимо, ограбить здесь что-нибудь своровать. А, я... Бляха, я нажал не ту кнопку. Ой-ой-ой. Не, нормально. Хорошо, давай тогда... Кстати, мне немножечко интересно, если ты видишь персонажа, который идет сюда, то ты это, туда-сюда. Мне очень интересно, что будет, кстати, если тут скример будет. Давай подождем скримера, а почему бы и нет? Давай подождем скримера. Давай, подождем скримера. Как дела? Как твое настроение? Чувствуешь себя прекрасно? Я чувствую себя замечательно. Хотелось бы чувствовать себя немножечко получше, если бы микрофон у меня работал нормально. Но, к сожалению, что имеем, то имеем. Как бы мы пока с тобой снимали видео, микрофон упал. Мне немножечко страшно, если честно, смотреть в эту просто пустую темноту, которая бдит на меня. Я как-то ожидаю, что в каждую секунду произойдет какая-нибудь хрень. Какая-нибудь шняга на меня нападет. Пока я вижу только фигурки, которые слева, он, видишь, на меня пялятся такие. Блин, мне начинает уже чудиться, что темнота ко мне приближается. Меня посадили в аниматроникса. Ну нормально, бывает, случается, как бы ничего такого, ничего страшного. Ты, если тебя посадили в аниматроника, ты главное не расстраивайся и не теряйся. Теперь тебя любят дети, теперь тебя любят другие аниматроники. Поэтому чувствую себя прекрасно. В принципе, во всем, я считаю, нужно находить позитивные черты. Вот, к примеру, у меня микрофон помер. И он почти что не работает. Все в порядке, я просто могу, значит, пострадать о том, что у меня не работает микрофон. Замечательно, да? Так, подожди, зайди еще, хорошо. В принципе, вот эта первая ночь довольно легенькая. Ну, типа, все, что мы должны просто это смотреть сюда, проверять и выключать все. Я не знаю, будет ли она продолжаться. Так, подожди, там этот крендель, по-моему, сзади меня. Я начинаю чувствовать, что сзади меня что-то есть. А нет, нормально. Паника иногда накрывает. Здорово! Че ты, чебупеля, смотришь на меня? Не надо на меня смотреть, не надо. Так, давай сюда поглядим. Здесь ничего не хорошо. Вот, я так понимаю, нам нужно будет... Нет, а что ты за мной-то ходишь? Моя камера, слышь ты, пошел вон! Пошел вон! Ад, никого нет, хорошо. Так, а вот теперь немножечко напряжно, потому что... Что там, кассета какая-то вставляет, жопу себе вставь, тихо. Камера, мышка, хорошо. Нормально все, спокойно. Спокойно, я тебе говорю. Спокойно! Хе. Так, погоди. А это сейчас ко мне, вот этот шашлык тоже придет, да? Добрый вечер. Блин, с ним так легко разбираться. Ты че еще глаза? Ты слышал? Как будто кто-то плюхнулся куда-то на бок. Я слышу звуки сзади меня. Нет, нормально. Не ссать! Не ссать компот, пить придется. Все нормально. Такой звук, будто мне по башке что-то прилетело, такое бам! Так, отлично. Чувствую себя прекрасно, выполнил задание. Room complete. Комната пройдена, а что тут много? Hello there. Добро welcome пожалуйста. To the interactive control tape for Fazbear Entertainment and Animatronics. I'm Freddy Fazbear, the lead singer in the group. Ой, ладно. I'm heard around the establishment, and I don't mess up my performance during the show. Превьюшечка. Except that I don't have an arm coming out of me. Instead, I need to look as alive as ever, so you need to make sure I don't go dying on ya. Now, let's look at короче my говоря, он говорит, я работаю, так что следи за мной. Three main function sets just for movement in between shows. On the right side of the controller, you will see a control set for my head. Go ahead, try opening my jaw. Давай, говорит, попробуй открыть мне челюсть. Я не могу ничего другого, да? Great. Now, отлично, on the left side of my controller,
Это, короче, мы проверяем его работу, что все в порядке. Go ahead, try moving my body forward. Двигаться вперед. Excellent. On the middle of the controller, you will find a few preset actions for me. Go ahead, make me laugh. Заставь меня поплакать. Terrific. Control training is now complete. Now you should be ready to make the pizzeria come to life. Good job. The first set of security animatronics should be deactivated. Now, head to the storage room, which is behind the first door you see in that dark hallway. There's some items that we have seen within that facility from pictures taken, so hopefully they just happen to still be there. Collect them and try to go through the door on the right side of the storage room. Once you've gotten through, I'll contact you again. Good luck. Я собрал предметы. Охренеть, тут масса всяких заданий, слышь? Так, я могу здесь доставать Max Quartains. Не знаю, что это. Я могу нажимать на свет. Это я заряжаю дверь. Max Quartains, я не знаю. Тихо. Так, я понял. Тихо. Так, я понял, электричество падает потихоньку. Мне нужно просто заряжать электричество. Он выглядывает на меня! Ты видел? Так, ладно, энергия не ушла до конца. Закрывать ему дверь. Но это ничего мне не дает особо. Потому что когда я отворачиваюсь, у меня падает электричество. Вот он опять открылся. Но давай его игнорировать, потому что как бы это бестолково. Блин, мне страшно, что я не вижу, что происходит. Повернись. Ебаклак. Тихо, назад. Мы его закрыли и энергию не потеряли. Хорошо, замечательно. Блин, вот это классная штука. Ты прям сидишь, сзади от тебя какой-то клоун клоунит. Что-то я слышу. Повернись! Сзади от тебя какой-то клоун клоунит. И типа, ну все, что тебе нужно, это просто нажимать на кнопочку. Ничего трудного. Все очень просто. Да хватит открывать эту дверь, ебать на мать! Что он там себе режет что-то? Нормально. Главное по-быстрому действовать, и все, проблем нету никаких. Да хватит, ты опять открываешь ты свою вот эту вот сраную конвульсию! Ты чего делаешь? Попкай, ла-ла-ла, иди нахуй, мудак. У меня это-то. Я ничего не сказал. Давай до упора. Давай до упора. Все, до упора. До упора, до упора, до упора. Просто до упора, до упора, до упора, до упора, до упора, до упора. Я не знаю, что там был за скример, но вот это было очень страшно. Знаешь, некоторые вещи страшнее от того, что ты не получаешь скримеров. То есть здесь есть много мини-игр. Теперь я покажу тебе, как чинить эти машины аркадные. Two arcade machines will be demonstrated in this tape as examples of the maintenance work. First, здесь у нас, короче, основные, ты видишь сейчас машины, которые обычно пользуются. Прикольно. Ой, вот это, конечно, игра. Вот это да. А как стрелять-то? Шип-шип. А что я не стреляю? Нет, умрите, пиццы! Умри, пицца! Тихо, нужно еще патроны взять. А в чем типа геймплей? Да перезаряжай быстрее! Быстрее, пицца атакует! Пицца атакует! Не могу! Ты проиграл. Ты проиграл, ха. Looks like that game worked perfectly. Похоже, now, игра работала правильно. Now, we will test out a game of questionable quality. Теперь ты поиграешь в игру более странную. Sneaky Guy. Это мне напоминает FNAF 3, кстати. Uh-oh,
I think the arcade machine died. Похоже, игра сломалась. Let's make sure that it's sent out for repair. Давайте мы починим. Great job. Отличная arcade room training is now complete. Все пройдено теперь. То есть здесь я просто сижу и смотрю. All right. Now we couldn't really figure out what was in this room, but there should be an exit connected to the room. Once you go through the exit, then you have final thing. Да все нормально. Так, ладно. Это мне нравится. Я бы сказал, это одна из лучших FNAF игр вообще на данный момент. Потому что здесь есть конкретный сюжет, есть конкретная последовательность, есть прогрессия и меняются ночи. Мы с тобой, короче, пытаемся ограбить здание и должны проходить по одной комнате. И в каждой комнате выполнять по заданию. Прямо так клево, мне это очень нравится. Я надеюсь, тебе тоже понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свой комментарий. А пока на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи.